перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Йо, ну чё, как вы? Так, нормально. Походу виснет. Виснет у нас эфирчик. Или нормально, или пошло, или не пошло, не понимаю. А во, пошла. Пошла жаришка, поехали. Наконец-то я вышел в эфир. 100 лет тут не был. Как связь? Нормально или виснет? Скажите мне, друзья. Если нормально, ничего не виснет, можете просто плюсик поставить. Масяня, привет, дымный. Привет, Масяня. Подлагиваешь. Ну, блядь, такой интернет. К сожалению. Меня называют Дымный Мо. Да, виснет. Видно, что ли? Да я из центра города веду трансляцию, просто... голосами с Короче, ребята, я дико извиняюсь, у меня лагает. Йоу, попытка номер 2, короче. Попытка номер 2. Снова я с вами, дорогие друзья. Рассказывайте, как вы, что вы,
Жак. О, топ эфиров написано. Что значит, когда написано топ эфиров? Это круто или это хуйня какая-то? Какие дела? Как тебе весна в этом году в СПБ? Я вообще в Москве, но завтра, в общем, скоро буду в СПБ. И пойму. Да нормально, в принципе. В ЕКБ я был недавно. Совсем. В Германию, в Германию. В Германию зовут. Любимый алкоголь. Да, я алкоголь не особо люблю, но коньяк. А у тебя тур с днем первым есть. В начале июня будем в Сибири. Так, будет новый клип. Угу. В Ростове не был, ты считаешь? Бывал я в Ростове. Был раз 6, наверное. Так, а ты где сейчас? Я сейчас в Москве. В Пермь меня Масяня приглашает меня в Пермь. Улун или Пуэр? Пуэр, конечно. Как здоровье? Отлично. Привет, привет. Прими эфир. Что-то мало заявок у нас на эфир. Давайте, кому интересно, какие-то вопросы задать, пообщаться. Кидайте заявки на эфир, может, наберу кому-нибудь. Да, пойду дальше заниматься делами. Ты до сих пор чайный пьяница? Ну да, да. Ладно, выходим в эфир. Сейчас выходим с кем-то в эфир. Сейчас посмотрим. Заявки кидайте. Пообщаемся. Так, зритель. Макс нас смотрит. Макс, братан, как ты? Напиши хоть в чате. Напиши что-нибудь. Надо вообще встретиться, может, что-нибудь замутим, какой-нибудь кавер, подумаем, что вообще можем замутить. Привет! Привет! Так, а я с тобой не выходил. Второй раз, видишь, у меня на лица хорошая память. Ну, давай сходу вопросик или что там? Ну, просто решила посмотреть такой какой-то вечер у нас дождливый во Владикавказе. И нечего делать, думаю, посмотрю эфир. Понял, понял. Ну ладно, на связи. Смоки, сердце, осталось. Как обычно. Сердце, сердце. Сейчас я заскриню. Подожди, давай. А, спасибо большое. Все, на связи, пока. Пока, пока. Какие милые люди у меня в эфире. Где еще найдете такой эфир, где такие милые люди? Нигде. Так. Привет тебе от Северного. Северному привет. Здравствуйте. Привет. Так, ладно.
Привет. Ты сам милый, я знаю. Слушай, я бы не хотел сегодня общаться по поводу батлов там и прочего. Там встреч, там еще что-то. Артем, привет. Мне тут, кстати, в личку какие-то просто, блядь, сумасшедшие какую-то хуйню пишут, пиздец. Твои хейтеры, походу. Вообще, блядь, я охуел, конечно. Вообще пиздец. Ага. Смоки, ты говорил, что не потерпишь в судьях ФБ предвзятости. Как относишься к тому, что батлы ПМа из команды Окса будет судить лучший друг ПМа Терепса? А вот еще странное сообщение. Не думала, что с таким опытом можно быть свободным. И дальше вопрос. Как ты относишься к хип-хоп-танцорам? Вчерашний хейтер, сегодняшний фанат. Да. Да. Сегодняшний хейтер, завтрашний фанат. Базара нет. Голуби летят над нашей зоной. Блядь, что вы пишете? Смоки, мне 28 лет. Я слушаю ваши треки с детства. Да, особенно круто, когда ко мне подходят люди, которым на вид лет 40, и говорят: «Смоки, я слушаю тебя с детства». Я думаю, ебаный в рот, что-то не так. По поводу Терепса не могу ничего сказать. Ну, задам этот вопрос ребятам. Рэп начал читать лет 14-15 примерно. В школе, там, классе, наверное, в восьмом. Здорово, братан. Смоки, когда в СПБ? Скоро. Что думаешь о группе ЛСП? Я не очень хорошо знаком с их творчеством, но что слышал, нормально, нормально. Хорошая группа, молодцы. В жало бухаешь? Не. Ну, типа, нет потребности, в принципе, вообще бухать. И не бухаю, а если выпиваю, то в компании, типа, за компанию, поэтому нет такой необходимости в жало бухать и вообще бухать, в принципе. Не мой кайф особо, как бы, ну, в компании там с симпатичной девушкой или с друзьями там в Новый год можно выпить и то, и там, ну, не знаю, у меня есть мера, я ее не превышаю обычно. Эфир в норме спрашивает, будешь записывать рекламу для, и говорит название конторы определенной. Не планирую. Где твоя жена? Спрашивает какой-то парень. У меня нет жены. И с чего вообще ты взял, что у меня есть жена? Зачем мне жена? Не, ну, может, мне и нужна, конечно, жена, но... Так, слово СПБ фан. Спасибо, что прочитал вопрос. Было бы интересно, как ресторатор относится к таким моментам судейства. Все-таки лучший друг ПМа Терепс не должен судить его батла. Если Терепс действительно лучший друг ПМа, чего я, блядь, знать не могу, то это действительно странная хуйня. Люханя, Саш, привет, как я, нормально. Так. Давай зачитаю, кидай трансляцию. Москва зачитает. Братан, ну, не сегодня.
Вейдбэк офис. Офишал. Привет. Без любви нет смысла. Мариска. Мариска прям в любви вся сегодня. Виола Кудрявцева, поздравляю с днем рождения. Жду, когда хайпанешь и воскреснешь, братан. Когда хайпану и воскресну, обязательно созвонимся, в прямом эфире отметим этот замечательный день. Ты с Димастой общаешься? Да, когда есть возможность, созваниваемся или пересекаемся, когда... Но это редко происходит, потому что он в Питере, я в Москве. Я его очень давно знаю. Вот. Поэтому почему бы нам и не общаться? Как тебе Трилпил в плане общения? Нормальный чувак, молодой рэпер. Нормально. Очень давно хочу эфир. Я уже раз пять говорю, давай зачитаю тебя каждый раз. Ладно, звоню тебе, зачитывай. Прям сразу. Посмотрим. Ну вот видишь, я тебя набираю, а тебе нельзя присоединиться. Что ты в комменты тогда просишь зачитать, если тебе нельзя набрать? Кто не знает Смоки, кто не знает русского хип-хопа. Ой, я тебя умоляю, пиздец, вообще похуй. В плане, я вообще из рэпа ушел, меня уже можно не знать. Это нормально. Передай привет Фейсу. Фейс, тебе большой привет. Кстати, у меня есть старый-старый знакомый, которого зовут Фейс, он из Екатеринбурга. Я тебя люблю, пишет Лиза. Лиза, мне очень приятно, что ты меня любишь. Посылаю тебе взаимную любовь. Так, что там дальше? Она на ТВ тащит. Да. Дело еще на сцене. Я увидел, не поверил. Кто бы по образованию? И кем видите себя в 50? Кто я по образованию? Я менеджер-продюсер шоу-бизнеса. Закончил университет культуры. Вот так вот. И университет культуры и искусств. Эстрадно-джазовое отделение. Я зачитаю, набираю. Ну, прям все захотели. Я одновременно отвечаю на вопросы и читаю комменты. Это непросто. Что за прикол с Канье Вестом? Ну, я же говорил, что чувак обладает телепатией, может подключаться к умам людей и тырить фишки. Все очень просто. Братан, набери меня, набери меня. Когда уже у вас классический вопрос, когда у нас в городе лысина охуенно, видите, блестит просто. Просто блестит и сверкает. Так, Саратов на связи. Так, тебя забаним. Угу. Не хочешь в СПБ погулять? Да дай бог, здесь я хотел мои баллы разбить, но ты почему-то не смотрел на меня. Я помню твой концерт тут кто-то доебался до тебя. Это где? Кому я?
Что ты несешь? Что за бред? Ни время, ни место. Вот есть вопросы, но ни время, ни место. А вот если говорить о том, что творчество некоторых ребят сильно помог в определенное время, и ты один из них, то, ну, спасибо. Ну, все никак не дозвонится. Гуф, если ты сейчас смотришь эфир, проявись в комментах. Я тебя наберу, пообщаемся. А то люди уже год просят совместного эфира. Как кинуть заявку? Угу. Да уже можете даже заявки не кидать. Я вижу в чате, могу с чата прям набрать. Электронная. Кто вернее в команде? Слушаешь? Пушу и Ракима. Да, послушал сегодня Пушу и Ракима. Раким мне показался каким-то наркотическим. Слишком сиропным, слишком ЛСДшным. Пуша нормально зашел, но, бля, это не Кинг Пуш, который ему ждали полноценный альбом, который 4 года они с Кани делали. В итоге 7 треков, и некоторые треки прям по продакшену мега простые. Прям, блядь, я могу за 10 минут такой бит вам сделать. Поэтому тоже спорный момент. Альбом Асапа, он очень странный. Он сиропный, 100 пудов. Он медленный какой-то, сиропный. Тебя в инсайд шоу не звали. Я не фанат ни в какие шоу ходить особо, в какие-то интервью это. Поэтому, да, вот так вот. В клубе Ары снимался? Нет. Жесткие строчки вы мне кидаете участников Dev Joint. Почему нет новостей? У тебя презентация младше, уже у тебя хорошо получается музыки. Молдом. Смоки, добрый день. Смоки, когда нас сняли Big Russian. Да, Big Russian Boss отсняли, скоро выйдет. Сява в эфире. Да, блять, у меня столько сообщений. Я не могу понять вообще, кто в эфире. Вы мне говорите, а если кто-то в эфире. Там, вот кто-то Сяу заметил. Гон, мое шоу СПБ. Что у тебя за шоу в СПБ? А ну-ка, наберем, сейчас узнаем. Покажи худи. Не, худи секретное. Привет! Привет! Смоки, у меня вопрос такой. Почему в сентябре вроде был Urban Beat, вроде, я не помню, как называется, там был T-Fest еще, Скриптонит, ты зачитал всего 2 трека. Палладий и вроде еще какой-то, не помню. Почему так мало? Вопрос вот такой. Это что за... Я там такого не помню. Да было такое, было. Я пришла ради тебя, а ты зачитал всего 2 трека. Ты меня, наверное, перепутала с кем-то. Я не перепутала. А, я понял. В Питере, что ли? Да, в Питере. В Питере у нас была программа 20 минут. Блин, я очень расстроилась. Хорошая тёлочка пишет, слышишь? Я тебя добавила в друзья, и ты принял заявку, кстати. Где? ВКонтакте. Серьезно? Серьезно. Ну все, пиши мне привет там. Хорошо, респект тебе. Удачи. Респект и уважуха. Салют. Все, пока. На связи. До связи. Так, смоки, принимаем заявку. Голубятня вас накажет. Смешно. Нет. Я вас обожаю, пишет Сирона 1211. Спасибо, очень приятно. Все, кто меня обожает, обожаем взаимно.
Так, я не говорю. Так, а что так мало людей на трансляции? Задает вопрос Даня. Даня задает вопрос. Даня, у нас всегда очень мало людей на трансляции. Нас мало. Мы воины истинного андеграунда. Нас мало, но мы едины, мы сильны, и мы рвемся вперед. Вот. Пам-пам-пам-пам-пам. Ты чего стебаешься? Почему стебаюсь? Это правда. Ага. Мало, но преданные. Вот. Алиму привет передаю. Ты окончательно завязал с новым творчеством? Нет, не окончательно. Go в Лондон. Оскар пишет. Да что-то как-то не особо тянет. Хотя можно было бы. Я не буду раскрывать вам, когда там первый батл, первый чё. ННТВ участники, парни, этим я не занимаюсь. В группе другой человек занимается конкурсами, поэтому я узнаю обязательно, что там происходит. Честно, я за всем уследить не могу. Иначе не хватит вообще ни времени, ни на все, ничего не хватит. Послушай, говорит, Азизи Гибсон. Ну, ты думаешь, я не слушал Азизи Гибсон? Когда хочешь заводить семью, сколько еще собираешься петь? Блядь, я не знаю. Радует, что ты не испортился спустя годы. Во многих разочаровался, хотя я мало тебя слушаю, но респект пожизненно. Понятно. Слушал Джазала? Да, конечно, это чувак из Вуфэм. Очень старый чувак, его я еще слушал 100 лет назад. Ну, это совсем прям андеграунд, и прям это совсем Нью-Йорк, бумбэповый, экспериментальный такой. Ну, не экспериментальный, такой жесткий. Ай, подождите. Да, это же чувак, который... Нет, он не из Уфэм. Джазала — это чувак, который сотрудничал с Джедом Айтрикс, по-моему. Ну, короче, если я ошибаюсь, вы меня поправьте. Курску привет передаю. Как тебе творчество Saint John? Ты, наверное, хотел написать. Ну, сегодня я слушал как раз. Очень нравится. Очень нравится. Я на концерте вчера не был, но... Очень нравится альбом. Все, как бы он крутой. Оригинальный ответ. Бежали острова. Мы твои фанаты с парнем. Что? Приеду обязательно, ребят. Обязательно приеду. Так, Саня, сам слушал. Сейчас. Пом-пом. Все, ребята. Еще Буша закрыть. Что за пол? Все, пом-пом. Так, сразу. Всех бы забаним. Угу, забанили. Так. Всем пока. Всех обнял.